Школы столицы республики будут оцениваться по 8 основным критериям, которые призваны дать объективную информацию о качестве среднего образования школьников. В число критериев вошли грантовая внеурочная деятельность, средний балл за ЕГЭ, качество и уровень педагогического состава. Кроме того, в рейтинг включены уровень дополнительного образования, привлечение внебюджетных средств и уровень преступности среди школьников. За последние 3 года стали больше привлекать средств, участвовать в различных проектах. Лидером по этому показателю стала 38-я Чебоксарская школа. Большое значение для оценки имеет и внеурочная деятельность. Так, в школе номер 60 работает 8 кружков и 12 спортивных секций. На совещании с руководителями школ столицы было отмечено, что у всех общеобразовательных организаций сегодня равные базовые возможности. И есть школы, которые готовы поделиться с другими своим успешным опытом. Именно поэтому принято решение разработать такой проект. Аналогичный рейтинг. Рейтинги уже существуют в Москве и Казани. Там оценки эффективности влияют на уровень выделения дополнительных средств. К примеру, на основании этой оценки принимается решение о том, какие школы в первую очередь будут включены в программу капитального ремонта. Оценка предварительная. Окончательные данные будут представлены на августовской конференции и опубликованы.